уж не знаю, что у меня тут выйдет. Я поняла вдруг, что действительно на ту фигню, которая имитирует рюкзак. Ладно, что выйдет. Если выйдет совсем ужас, я пущу его фоном в какой-нибудь мунбанге. Как те обрезки тестомеса. Блин, я даже не вижу. А, света-то нету. Света-то нету. Ну вот, все, в сеточку будет. Можно сказать, что меня вдохновил Никита. Мой любимый, единственный чувак, который меня вдохновляет. Так, с Богом, с чертом, с абсолютом. Надеюсь, мне ничего не долбанется. Как минимум, хотя бы один ящик вытащу. Сейчас будет немного темно. Так, а что у меня тут? Что, я только один ящик утащила? А где еще один? А, вот он. В темноте, блин, хрена не видно. Эх. Я надеюсь, оно там все пишется. Пышется. Фух. Обычно я иду с мыслями, пчелы, я вас не трогаю, вы меня, пожалуйста, тоже. Фух. Вообще, ты, зритель, знаешь ли, это тяжело. Эти гнездовые рамки одновременно пилить. Фух. Слева в руке это вообще, по-моему, изначально ловушка была для пчел. Деда КГБшника, который погиб в той аварии. Где я не погиб? Ух. Спешил для Ани. В ее домушке, в твоей, Аня, домушке, я бы зимой пожила. Ой, рамка-то... Ё-моё! Ну, пусть так лежит. Рамка-то ломаная. Катюня, хоть бы предупредила, что ломаные рамки в каждом ящике, блин. Короче, у нас тут оказалось 6... гнездовых. А, это обе ловушки, походу, дело было. Ё-мотаманэ. Блин. Вот нахрен так зафигачивать. А, тут магазинная была вообще. Две магазинных было вообще. Мне иногда кажется, что некоторые магазинные рамки от того, что ни хреново вставляются в ящики, их делал какой-то криворукий человек. Я подумала, мудак. Ну зачем вот так близко ставить? Знаешь же, что хрен ее подцепишь. Короче, у нас тут было 4 магазинных. И 6, даже 7, раз, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 гнездовых. А ящики, пожалуйста, тоже очистите. Фух. 4, 7, 11 рамок. Последние рамки в этом году. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ульев. Я не знаю, если это правда все пишется, и оно записалось, будет прикольно. На следующий год куплю себе ту штуку, которая имитирует
рюкзак. Вон бочка от медогонки сохнет. Как их там, блин, решетки от медогонки сохнут, крутилка от медогонки сохнет. До 7 вечера нам еще 3 часа, в лучшем случае без света. Куковать сейчас будет темно. Сейчас приду гляну, записалось что или нет. Вот этот пчеловодный костюм, он, по-моему, хлен хлопок, ну, в смысле, натуральный материал, дышащий. А бывает не дышащий, не прокусаемый, плотный, но в нем жарко. Учитывая, что по жаре, когда дофига уже устал, ну, в смысле, долго пчел шарахаешься, в этом-то жарко пот течет с тебя. А в том-то я вообще не представляю, как жена моего дяди егеря ходит к пчелам в нем теперь с этого года. Фух. Сейчас я как-то аккуратно ее отрублю.